Всем привет, я Скиф, это Don't Starve Together, продолжаю играть за Вебером, и я хочу еще попытаться здесь заспавнить все-таки Мальбатроса, почему нет? И потом уже плыть короля крабов искать. Писали много в комментариях на тему того, что новый биом не спавнится в старых мирах вследствие какого-то там бага. Ну, разберемся, посмотрим, если он тут вообще нет. Не то, чтобы там прям много чего делать в этом новом биоме можно было. И прям он так дико нужен. Но посмотрим. Пока что Мальбатрос, по крайней мере, не особо спешит появляться. Зато у меня прям нормальный такой запас рыбы нарисовался. Возможно, стоит вот сюда переплыть. И там как бы норм будет. Переплыл на другое место. Давай здесь попробуем. Такс. Главное, чтобы они не срывались. Но, походу, если сразу он не прилетел, то, походу, не прилетает, да? Ну, что-то перебор. Тут уже рыбу надо будет хавать сейчас. Давай еще парочку попробуем поймать. Вдруг все-таки Мальбатрос соизволит прилететь. Ну, мало ли. Давай, жри. Еще бы рыба клювала как надо. Ну, что-то рыба тоже как бы не горит желанием, я так посмотрю. Опа, сюда. Да, Мальбатрос пока что-то совсем прям не видать. Как несложно догадаться, ни черта-то я пока что не смог призвать Мальбатроса. Сколько тут рыбы? Тут почти полно, и еще два куска я сюда закинул. Там мясо-монстр, кстати, портится потихой. Неплохо бы пустить его в оборот. Тефтельки никто не отменял. Так, это мы уберем. Тихо-тихо-тихо, я не хотел крутить. Где-то здесь должен быть, я тогда бегал же, разведывал. И король крабов, а возможно он и там. Я уж толком не помню, на всякий случай здесь повдоль проплывемся. Осмотримся, так сказать. И потом, если что, вернусь назад. Но все-таки есть подозрения на новый биом где-то вот здесь. Какие-то подозрительные засветы появились, которых вроде как ранее и не было. Но пока что здесь надо подразведать. Еще подарочек подвезли, я его на лодке открыть, конечно, никоим образом не могу. От осени еще так порядочно дней. Поэтому можем себе позволить, в принципе, поплавать. Опа! Вот эту баночку надо бы забрать. Стоять. Вдруг нам нужное место укажут, потому что что-то как-то... Забыл я эту шайтан-машину взять. Возможно, здесь он где-то. Ну, под шайтан-машину я имею в виду вот эту установку, которая позволяет находить всякие нужные составляющие и компоненты. Потому что где-то вот в этих водах, блин, король крабов. Ну, вот где-то. Это ключевое. Да. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нафига мне второй-то парус? Все, порядок. Ну да. Да ты рофлишь. Так, акула, да? Ну, иди сюда. Ауч. Это было неприятно. Проблема в том, что акулу убивать, ну, такое. С нее особо ничего не дропается. Только время терять. Но придется это самое время, судя по всему, терять. Ау! Да, мувсет атак у нее такой себе очень. Где-то там зараза. Все, что ли? Сдалась? Так, надо выплывать, короче, отсюда и грести нафиг просто. Короля крабов будем искать потом, судя по всему. Вот уже с агрегатом в руках. Заодно пока просто проплывемся. Я хотел бы Мальбатрос убить. Парус себе сделать модный, стильный. Но это как пойдет. Так, ну и банку можно пока что оставить. Тут просто рыбы плавают. Здесь вот он может быть вполне себе, конечно. Но что-то я устал его искать. Блин, тут акула охотится. Походу на нас. А ты давай сдохни. Черт. Она, возможно, на рыбу отвлеклась просто, да? Да чё ты моросишь-то? Вот сердечки сейчас некогда лепить. Упс.
Это неловко вышло. Что-то она опять сбавила обороты. Уплываем. Я чуть не ожидал, что она 100-500 тысяч раз будет атаковать сходу. Это вышло очень даже и неприятно. А вот и король крабов. Изи-бризи. Просто поплыл в эту сторону и надыбал, да? Хочу ли я сейчас камни расчищать? Я, наверное, этим потом займусь. То есть он, в принципе-то, недалеко от берега. Тут с берега можно будет даже... Так, это он там звуки издает непонятные. Ладно, надо отсюда выбираться. Попытаться поискать новый биом, если он вообще есть в природе. Еще спавны поискать мальбатроса. Поэтому пока вдоль берега поплывем. И попытаться все-таки убить мальбатроса. Ну, или, по крайней мере, попытаться призвать, чтобы убить. Я тут, конечно, несусь сейчас сразу с двумя парусами. Но, наверное, надо будет сейчас один парус убрать. Я, в принципе, кругосветку свою потихонечку завершаю. Не хочется утонуть в конце кругосветки. Я два паруса распустил, потому что там была плюс-минус прямая, да? Где вроде как ничего не было. Если что, можно попытаться вот здесь вот мальбатроса попризывать. В принципе, местечко есть, да? Вот здесь чекнем на момент нахождения новых биомов. Кстати, скорость заметно упала. Опа, подожди. Плюс банка. Ну, да. Это, конечно, клад. И он недалеко от лунного острова. В принципе, по дороге бы можно и забрать. Только вряд ли там этот клад содержит что-то такое, что мне прям действительно нужно. Ада, новый биом на месте. В общем-то, этот засветик и говорил о том, что новый биом вот он рядушком, да? Там пауки, но нас пауки не особо пугают. Нас пугают столкновения, да? Залатать пробоину. Главное тут нафиг не утопнуть. Так, а это мне не надо срубать, по идее, да? Чё я всё вообще приволокся-то? Мне, по большому счету пауков бы хотелось... увидеть. Поймать, возможно. Наприручать кучу пауков, но явно не сейчас. Давай чуть дальше проплывем, просто осмотрим... территорию. В принципе-то... эта новая зона, этот новый биом недалеко от лунного биома, что меня, в общем-то, радует. Можно вот эти вот... как их там... фиги пособирать. А во, новая тварюка. Местная, правда, ее толк тоже особо убивать нет. Грасгатор. Травинатор. Как он там по-русски будет, да? Аллигатор из травы, в общем-то. Вон он там шарохается. Ну, типа новый биом, ура, клево. Из полезного только пауки по факту. Возможно, этих самых пауков надо будет на короля крабов и натравливать, чтобы ушатать. Короче, надо выбираться из этого биома. По крайней мере, я удостоверился, что он здесь рядом. У меня с собой мяса столько нету, чтобы пауков этих наприручать. Поэтому просто уходим. Главное так уйти, чтобы ничего тут не сшибить. О, еще эти травинаторы тут лазят. Мы пытаемся максимально аккуратным образом отсюда выплыть. Так, уходи, уходи. Это дерево срубить нельзя, это большое. В общем-то, вот его кроны застят от нас. Или нас, вернее, даже от солнца. От непогоды. Ну и надо сюда шатать мальбатроса пытаться. Очередное теоретическое место спавна мальбатроса. Мне все кажется, что оно более и более теоретическое, судя по всему. Единственное, как мне потом с мальбатросом драться без брони толком. Ну ладно. Потому что я что-то уже не уверен, что мне костяной брони будет достаточно. Но попытка не пытка, да? Если что, тут все как бы рядом. Если что, я могу вообще, в принципе, свалить. А не, не могу, блин, я ж умирал. Ауч, это печально. Ну ладно. Давай пытаться опять призывать. Там уж разберемся. В любом случае не особо торопится призываться. Да и рыба не особо торопится клевать. Все как всегда. Сейчас чихать хотели. Ах вы ж заразы. Блин, а тут перегревы.
Давай, давай, тихо, я зря тут под... Опа, сюда. Блин, ну рыбка это клёво, конечно. Но мальбатрос был бы клевее. В принципе, тут вот что-то есть, как вы... Ну, кстати, можете догадаться, я ни черта опять не поймал, никакого мальбатроса не призвал. Не, поймать-то я поймал рыбы. Только не то, чтобы она мне прям нужна была. Плыву к этому спавну. Тут я не хотел призывать, потому что, блин, рядом лодки, которые может все это дело мальбатроса передвинуть. Так, еще раз. Лови склад. Ну, мы сейчас наплывем на него, по идее. Или нет? О. Так, это был немножко не клад, это был какой-то мусор. А, и пофиг тогда. Погребли. Сейчас полнолуние, в принципе, и ночью можно плыть. Мусор нам не особо нужен, я думал, клад все-таки. Короче, мальбатрос, так понимаю, меня решил заигнорить максимально. Я уже на каком, блин, спавне пытаюсь тут что-то замутить. А вот раньше, помните, я когда плавал, когда он мне нафиг не уперся, я его постоянно встречал. А вот как только он мне понадобился, и как бы typical story, попробуй найди, называется, попробуй призови. Да рыба даже уже игнорит поплавок. Серьезно, чего вы все расплылись в разные стороны? Давайте кто-нибудь клюньте уже и призовись мальбатрос, будь так добр. Такс, ну, рядом же. Чего вам надо, ироды? Зараза. Что-то заигнорили. Так, ну-ка, давай аккуратненько еще разок. Можно? Можно клюнуть? Ну, пожалуйста. Опа. Только понту, да, с этого? Мальбатрос-то не появился нифига. Впрочем, как обычно. Вернулся таки на базу. Попутно нормально так подзадравшись плавать. Потому что это какой-то пипец просто. Мальбатрос решил меня заигнорить дичайше просто. Внес во все возможные черные списки и не приходит ни в какую. Это немножко печально. Ну ладно, так, у нас не свежее лиственное мясо. Кстати, его можно переработать тут же. На восполнение рассудка нам вот эти штуки поделать, почему нет. Когда мы уходим с острова, вполне себе пригождаются. А нам надо будет скоро топать, как ни крути, с острова. Блин, спиннинг я зачем с собой волок, надо было там оставить, да? Короче, ладно, мальбатрос откладывается, судя по всему, потому что, ну, я, блин, его найти банально не могу. Банка. И банку зачем-то взял. Это все надо будет на воду потом обратно скидывать. Ладно, пока сюда закинем. Ну, не на воду, имеется в виду, понятно же дело. А в лодку. Давайте-ка посмотрим. Во-первых, что тут клеевцы приготовили. Приготовили ли чего-то хотя бы мне? Ну, как всегда, да? Ладно. Не привыкать, не то чтобы я что-то другое ожидал. Еще есть проблема, у меня ни посохов, ни амулетов нет, это надо идти под землю, да? И возможно, это самое время пришло сбегать под землю. Туда нам надо вот это унести, да? Бревен живых. Я даже, наверное, с ракет бы уволок. А потом обратно просто тэпнуться. Капец, залез под землю и совсем забыл о том, что здесь как бы меня поджидали черви. Это весьма чертовски неприятно. А наверху, кстати, там душнило медведь. Продолжает всю свою психологическую, как бы, атаку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конечно, давай еще землетрясение до кучи. А чего бы и нет. Мне бы еще по дороге лампочек забрать. Но я бы хотел бы какого-нибудь этого червя ушатать. Но только никогда их гребаная орда и все не вместе. А еще я с собой подхила не взял. Какой я молодец. Ладно. Там же я вроде все зачистил. Там надо просто дойти и покрафтить, да? И помним про то, что теперь тут как бы еще и черви до кучи живут-поживают. Но мишка это проблема, да. Каким-то образом, наверное, можно его вылечить. Но пока что в эту осень я, наверное, тоже ничего делать с этим не буду.
Посмотрим, может быть, сам как-нибудь раздуплится. Но это не точно, конечно. А вот, кстати, одинокий червь. Почему бы и с тобой не повоевать? Иди сюда. А то мне краткуляры неплохо было бы подзарядить. Так, аккуратненько. Да, свидули. Плюс заряд краткуляров. На самом деле у меня еды-то с собой не взято, поэтому можно мясо монстров подобрать. Так, а здесь просто, что ли? Загадочное растение. Не влажное. Значит, это просто ягодка. Ну, можем еще немножечко краткуляры подзарядить, почему бы и нет. Что ж, прибежал. Вроде как и время даже подходящее, да? Давай краткуляры пока что больше не тратить. Просто шахтерской каской обойдемся. Подберем, что тут имеется, да? Так, прекрасно. Есть амулетик, это радует. Есть все остальное, что тоже радует. Получается, делаем тогда таким образом. Посохи. Вот парочка посохов вообще не повредит. А вот дальше сложней. А, ружку делать имеет ли смысл? Может, броньку просто сделать? Давай броньку. Вот этот камень можно дропнуть. Два посоха я сварганил. Можно еще одну шапку сделать, да? Ну, наверное, в этом есть определенный смысл. Давай. Ну и остальное тогда сюда сгружаем. Амулет сюда. Бревен я захватил. Топливо. Все сюда. Зараза! Да, тут надо было бы обычный сундук сделать, я все про это забываю. Ну и раз теперь у меня есть... О, кстати, Честер. Есть, получается, посохи. Мы кое-чего тут можем помутить, пока это все здесь разбрасываем. Так, Честер, подожди, я же тебя превратить могу, правильно? А, ну да. Блин, я совсем забыл, что скин овечки есть. И теперь вот такой вот скин есть. Так, развернись, тупая скотина. Так, сюда развернись, во. Да, в смысле? А, ты за мной смотришь? А давай ты не подглядывай. Все, пусть Честер тоже тут будет. Так, ну палатку надо организовать. Но сначала сундуки нужны. Для того, чтобы намастерить сундуков, мне надо подразобрать покрытие, которое я тут делал. Вот, чешуйчатый пол. 5 пола, да? А ну, в принципе, посох на 5 юзов. Поэтому самое оно. Разбираем. Ну и заодно, кстати, камни получаем, что тоже пригодится. Но в первую очередь мы, конечно, делаем это ради чешуи. Блин, ну жаль, что только 5 юзов. 10 было бы совсем замечательно. Но у меня еще есть второй посох. Наконец-то я могу тут еще дополнительно сундуков поставить и начать все тут по фэншуйке плюс-минус распихивать. А то, что у нас тут все валяется, абы где, не очень-то и хорошо, да? Вот, 4 сундучка, то, что нужно. Ну и вокруг обычные сундуки ставим. Ну и потом будет понятно, сколько у меня вообще места останется под разные другие нужды. Еще даже 2 чешуйки, получается, не задействовал. Пока убираем сюда. А золотишко пока тоже есть. Еще гончус. Ну, гончус для фермы, наверное, будем использовать. Так, доски нужны. И вот дерево, как обычно, подходит к концу, да? А дерево мне еще понадобится для битвы с этим самым. С королем крабов там надо будет плоты мастерить. Но до этого, я думаю, мы еще доберемся. Так, ну давай где-то 15 досок хотя бы. Хотя бы на 5. Чтобы хватило сундучков. Какие тут у нас сундуки такие, да? И вот как-то их тут размещаем. Получается, наверное, как-то так получается. И потом сюда надо все перенести. Такс. В принципе, неплохо. Плюс-минус фэншуй соблюден. Это не может не радовать. То есть ты получаешься вот здесь. И ты получаешься вот здесь будешь расположен.
Все, фэншуйка имеется. Теперь по этим сундукам можно раскладывать вот эти все вещи, да? Ну, шапку мне и так. Блин, я шапку тоже на поверхность вытащил, ну ладно. Потом спустим. Здесь вот такую шапку закинем. К ней туда краткуляры. Ну да, это все нам вниз надо будет уволочь, поэтому пусть будет тут. Кстати, я вот эти шапки не взял, да? А для этих шапок надо отдельное местечко. И где они у меня получаются? Я уже не помню, когда их распихал. Так, тут еще всякие амулеты, не амулеты. Что-то будет здесь, что-то будет там. А, ну тут еще просто одна шапка. Где-то надо под амулеты место отвести. Ну ладно, фэншуй плюс-минус есть. Пока еще можно будет успеть позаняться до зимы, наверное, фэншуйризацией базы, да? Тут еще много чего осталось проложить и сделать. Единственное, что дерево нет, надо идти отдельно фармить дерево. Ну а на этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.